Приветики. Ну что, сегодня, наверное, самый скучный выпуск у меня будет, потому что ничего особенного, никуда сегодня не ходил. Я сегодня приехал в Судак из Малореченского и по Судаку так просто погулял. Сходил на мыс Алчак, так, не на самый верх, просто вот по краешку прошелся там. И все, что снимал, вообще особо не комментировал, просто прогулочку свою подснял немножко. Вот. Поэтому, кому интересно, посмотрите, что там вообще, что за Судаки. Кстати, давно тут не был. Как давно? Полтора. Ну, в позатом году был здесь. Ну, кое-что изменилось. Что-то убрали, что-то построили новое. В общем, ни лучше, ни хуже стало. Нормально. Мне нравится город Судак. Поэтому я здесь нахожусь с удовольствием. Причем снял жилье себе неплохое, с видом офигенным просто, с террасой, с такой утречком кофейку попить, наверное, самое то в таком месте. Вот, ну, планы большие: съездить в Новый Свет, сходить в крепость в эту. В Новом Свете, кстати говоря, там тоже несколько локаций: гора Орел, гора Сокол. Скорее всего, попробую туда забраться. Ну, само собой, там тропа Голицына, вся эта фигня. Царский пляж, надо обязательно искупаться. Вот сегодня, кстати говоря, погода. В первый раз за эти дни пошел дождик, ну, вот при мне. От дождика прятался под крышей под какой-то. Вот, ну, зато вечерком вышло солнышко и как будто потеплело. И прогноз показывал, что в ближайшие дни должно потеплеть. Вот, так, что еще, куда хочу сходить? Ну, на Алчак, само собой, хочу по-нормальному забраться на самый верх. Вот, сходить на Меганом, там есть устричная ферма, поесть и мидий. Вчера, кстати, попробовал салат из мидий, ну, вкусный такой, прикольный. Вот. Дальше просто смотрите, если интересно. Просто прогулка, походил, поснимал. Не знаю, может, фончиком музыку поставлю какую-нибудь свою, чтобы не нарушать авторские права, а то забанят. Я просто это видосы-то эти еще в YouTube выкладываю. Типа там свой канал какой-то у меня заброшенный. Ладно, переходим к просмотру. 16 мая. Сегодня перебираюсь в Судак. И буду там уже по окрестностям шарахаться. Что-нибудь красивенькое подсниму и вам покажу. А сейчас прощальным взглядом окинуть Малореченское. Вышел на Бун. Водичка сегодня чистая, шторма сегодня нет, чистая прозрачная вода. Местечко покидаю. Ну вот и в Судаке. Распаковка номера такая. Номер недорогой, 1100 в сутки. Все есть, все внутри. Все, что надо, короче. Такой приятный, недорогой номер. Нифига себе, треснуло. Отпадет, так отпадет. Как здорово. Лабаха. Какие скалы фактурные. Вот там камушок застрял. Когда-то же он туда шмякнется. Да и вся эта фигня тоже. Вся скала истресканная. Тучи опять.
Ну вот в прошлый раз я когда здесь был, тут столько камней не было. Как будто бы что-то новое нападало. Вот, да. Посмотрим, что дальше. Такие камушки. Смотрите, ребята, лиса. Что-то делаю с другой лисой, наверное. Настоящая дикая лиса. А, лисенки. О, ничего себе, ребята. Ну, я знал, что тут лисы-то живут. Там их кормят. Все такое. А уже вот выводок целый там. Ничего себе. Сейчас какой-нибудь папа лис откроет, выскочит. Тю-тю. Видали, да? А вон маленькие сидят. Ну, с миганом. Не знаю, что. В прошлый раз как будто до сюда даже не доходил. Потому что хотел вверх пройти. А с этой стороны, насколько я понял, тропинки-то вверх нету. И вот я думаю, что тут можно пройти до самого меганома. Вот так по бережку. Возможно, что где-то я тут на днях этим и займусь. Либо здесь, либо с другой стороны горы. Алчак. Ну, виды, конечно, опять красивые. Бухточка такая. Ну и, конечно же, надо потом будет залезть наверх мыса Алчак и поснимать оттуда еще. Ой, сколько еще обойти надо. Что ж страшно. Например, вот на меганом я тоже хочу сходить. А это повыше, чем Алчак. Там в Новый Свет съездить. Все, короче, надо сделать. Успеть за эти, сколько там, за неделю, я думаю, все успею. Вот в такую кучку камушков заполз. На обратном пути лисички спрятались все. Так и не мог дождать, посидел, подождал тихо-тихо, но они что-то, видимо, чувствуют. Возвращаюсь с Алчака. Наверх, конечно, не поднялся. Наверх завтра пойду с утреца с другой стороны. Вот. Что там? Вода прям такого цвета классно. Так, что там еще есть интересное? Хопля. Оп-оп. Вот так вот. Ничего себе. Камни просто лютые, здоровенные. Там поди вон какой-то здоровый камень. Набережные делаются такие. В тот раз тонкие бордюрочки сделали. Не помню, было, не было так. Вот, пожрать пока нереально, потому что все закрыто. Народу еще мало совсем, но это и хорошо наоборот. Погодка то, что подкачала, а так вообще все классно. Ну и то, что закрыто все, не поесть ничего, кофе не попить, не может даже дальше там что-нибудь есть.
находимся под Судакской крепостью на пляже Мохито. Не знаю, мне вот не нравится такой пляж из бетона, из плит. Ну, наверное, прикольно в воду запрыгивать сразу глубоко. Вот, я бы так-то прыгнул. Ну, и прыгну. Ох, скользко, нифига себе, по-сырому. Не, так-то прикольно, конечно. Раз, а там 1-2 метра сразу. А залазить как? А как хочешь? Как хочешь, ни хрена себе скользко. Чуть сейчас не упал. Гора такая мощная. О, птички, это вот Крабий остров. Ограблен, потому что там есть крабы. Соответственно. Так, ну вот, гора большая. Это крепость. Нахрен крепость на горе, если на гору и так не влезть. Вот так вот. Ну фиг знает. Я вот не любитель таких пляжей. Как так вот лежать на бетоне, загорать? Даже лежак, хрен с ним. О, вот здесь вообще глубоко. И там дальше такая необъятна. Прикольно. Надо, я бы искупался. И камней на дне нету. Чистенько так. Прикольно, конечно. Ну и сам Судак. Не такой зеленый, конечно, как Алушта, например. Или я последним был вместе Малореченск. Тут и горы такие не зеленые. Без деревьев. Сам город... Ну, не такой зеленый. Но все равно Судак мне нравится. Так, ну и за кадром поясню, что сейчас иду по Кипарисовой аллее в этом же Судаке. Это место, где куча торговых точек всяких. Очень много кафешек. В некоторые я уже заходил здесь покушать. Есть неплохие места. Вот. Но сейчас в основном все пока закрыто до сезона. Ну что, шикарный вид. Вот. Посмотри, какая прелесть. Солнышко вылило. Такой вот вид шикарный. Сижу такой за столиком, смотрю фильм, кушаю, и вот с таким вот видом. Это не счастье разве?